мотоблок зобр, меняем масло, мотор, меняем тосол, и здесь тоже меняем масло. Так, купил вот такую 15W40 стандарт, моторное масло 2 литра, где-то 1,8 литра, и тосол есть, другой нету. Так, сейчас надо открутить щуп вот здесь. Вот здесь болт надо открутить. Так, ставим вот этот хрень. Сделал вот такой ключ на болгарку. Шлифанули, чтобы открутить. Так, сейчас вот откручиваем. Вау! Вот такая штука. Так, наливаем масло. Так, снимаем каркас, чтобы посмотреть фильтр. Так, вот так, там здесь грязь. Какая-то грязь, так вот. Какой грязь, сука. Так. Вот здесь. Охереть, прокладка. Вот снимаю. Вот такой почистим и ставим назад. Почистим каркас, фильтр, грязь.